Женя завтра ехать на третью химию. Ты завтра поедешь? Завтра вечером, да. Завтра вечером. В 7 утра там надо быть в больнице на анализах. Сколько собрал в итоге? 7 миллионов неодонгов и рублями. Завтра должно быть 25 тысяч рублей будет. Там сколько? 6,5 миллионов получается. 13 500, значит, мне где-то будет с собой. В общем, у тебя половина. Половина будет, да. Так подожди, тебе за сутки надо еще половину найти? Ну да. И еще потом на лекарства и анализы. Лекарства 5,5, а анализы сколько? Да я не знаю, сколько в этот раз. В прошлый раз же УЗИ вот это все делали. Опять же, если будут повторять, там около 5 получается. Ну, у тебя последняя химия, я думаю, они все будут повторять. Ну, и в прошлый раз. Третья химия уже. Они 3 обещали, надеюсь, не больше. 3, у меня написано 3. В карточке 3 написано. То есть неделю после химии никакой, а сейчас вроде как это самое. Ну правда, ну да, брови. Брови уже не такие густые. Да ладно, ладно, ладно. Все потихоньку, кончится. Потом отрастет. Отрастет, никуда не денется. Это все не главное. Да. Сочувствую. Да ничего. Что делать-то? Да-да, только так. Ну вот. Помогите, пожалуйста, в общем, в этой ситуации. Ну а что? Где-то надо брать эту половину. Вот. То есть 25 ты отдаешь сразу, и потом еще, я правильно понимаю, и ну, потом да. Анализы и лекарства, ну, это уже не в счет. Доплатить потом, да, вот, через все, да. Понятно. Вот. Вот.